Всем привет! Сегодня видео про новые скрепыши «Скрепыши 2». У меня их целая коробка, и сейчас мы будем их раскрывать. Интересно, получится собрать всю коллекцию? Встречайте новых героев Диснея! Ставьте лайки, и мы начинаем! Я буду брать по 5 скрепышей разных цветов и распаковывать. Вот возьму желтый. Фиолетовый. Розовый. Бирюзовый. И красный. Сначала я буду пробовать угадать, что внутри, а потом распаковывать. Я чувствую, что там что-то круглое. Похоже на олово. Ну да, я буду думать, что там олов. Распаковываем. И там, я угадала, там олов. Ну все, я буду распаковывать. Мое предположение, что там Эльза. Нет, там что-то голубое. Это какашич. Ну да, я думаю, там рыбка Дори. Откроем. Там что-то голубое. И это джин. Да, я думаю, там пиратский флаг. Открываем. Да, там что-то черное. Я угадала. Даже не знаю, что там. Я думаю, там Микки Маус. Откроем и посмотрим. Нет, там что-то желтое. Я думаю, это все-таки авокадо. Это Майк Лазовский. В первой пятерке мне попались олов, какашич, джин, пиратский флаг и Майк Лазовский. Продолжаем. Беру следующие 5 скрепышей. Проверяем. Там что-то фиолетовое. Вот такой вот. Это значок хэштега. Да, я думаю, там кошечка. Проверяем. Опять что-то фиолетовое. Это вот такой человечек. Кажется, я поняла, это либо Минни, либо Микки Маус. Но я думаю, там Микки Маус. Открываем. Что-то желтое. Это львенок из мультика «Король Лев». Так, ну открываем. Там что-то прозрачное. А, нет, это коричневая. Кажется, я поняла. Вот коричневый хвостик. И там мишка, у которого вот так вот рука. То есть лапа. И... Да, это он. Я все-таки опять думаю, что это Эльза. Проверим. Это... Малефисента. И, кстати, мне кажется, что она редкая. Я уже распаковала 10 скрепышей. В этой пятерке мне попались Малефисента, Симба, хэштегаш, Базз Лайтер,
рука, лицо шить. Продолжаем. 10 распечатали, идем дальше. Даже не знаю, что там. Может быть, там все-таки котенок? Так, ну распаковываем. Там что-то белое. И это, наконец-то, Эльза. Кажется, я поняла. Это авокадо вот такой вот. Я думаю, это авокадо. Смотрим. Так, я вот так распакую. Что-то фиолетовое. Это взрыв мозгыш. А, это Мини Маус, мне кажется. Либо Микки, либо Мини. Я думаю, это Микки. Смотрим. Это... Да, это что-то черное. И это... Микки Маус! Я угадала. Опять похоже на взрыв мозгыша. Неужели это опять он? Будет первая повторка. Ну да, кажется, это он. Проверим. Подождите. Взрыв мозгыша был фиолетовый, а тут что-то черное. Это Мини Маус! Не Микки, а Мини уже. Я-то думала, опять Микки, а это Мини. Сейчас посмотрим. Это кого я хотела, да! Это авокадо. Но я думаю, что это все-таки Дори. Да, я думаю, это Дори. Там что-то розовое. Неужели это сердечко? Так. Мне кажется, там сердечко. Это сердечко. Оно такое нежное. И там мелкие-мелкие блестки. Он даже такой, как перламутровый. Подождите, у меня такого еще цвета не было. Джин не такого цвета, он вон, голубой, а это какой-то бирюзовый. Может, это из корпорации монстров, тот такой пушистый тюдик с белыми рожками. Да, это он, вот. Сегодня он нам еще не попадался. После распаковки у меня появилось 17 разных скрепышей. Сейчас я вам их назову. Это у нас Джин, Малефисента, Хэштегаш, Мини Маус, Олаф, Пиратский флаг, Симба, Майкозовский, Салли, Монстрыш. Да, да, да. Дальше у нас вот такое сердечко. Лайкиш. У него название. Дальше. Какашич, Эльза, Взрыв Мозгыш, Микки Маус, Рука, Лицошич, Базз Лайтер, Космонавтиш. Какое длинное название. И последний, это такой авокадик. Сейчас я узнаю его точное название. Авокадик, авокадик. Это авокадыш. Почти такое же название, как я назвала. Вот такие 17 скрепышей мне попались сегодня. А теперь я назову диснеевских героев. Симба, Мини Маус, Малефисента, это у нас Джин, Олаф, всегда забываю его название. Майкозовский, это тоже из мультика «Корпорация монстров», они оба из мультика «Корпорация монстров». Его зовут Салли Монстриш, Монстриш. Эльза, Микки Маус. Микки Маус, Мини Маус. Они из одного мультика, так что они точно диснеевские. И, наконец, это он. Базз Лайтер Космонавтыш. У меня получилось 13 повторок, которые достанутся кому-то из вас.
Сейчас я вам их назову. Симба, Какашич, Олаф, Эльза из этого же мультика. Еще одна Эльза, Алакадик, еще один Олаф, Джин, еще один Джин, еще один Джин, Какашич, Взрыв-мозгыш, Рука-лицошич и вот такой фиолетовый человечек. И так как это скрипыши, я их сейчас соединю. Так. Я их буду соединять, чтобы они все были лицами в одну сторону. Или мордами. Олаф. Присоединяйся. Некоторые скрипыши тут такие тугие, их сложно присоединить. А некоторые прямо не такие, резиновые. Мягкие, их как бы легко. Вот так растянул, и все. И прицепил. Так. Симба. Майкова. Зовский. Какашки. Так, прицепляйся. Что-то он не прицепляется. Кто будет прям очень туго прицепляться, я вас в конце прицеплю. Так, ты нормально. Ух ты. Взрыв мозга же прям очень мягкий был, я его прям легко присоединила. Так. Мишка. Косолапый. Все, я их соединила и получились бусы. У меня осталось еще много нераскрытых скрипышей. Их я распакую в следующем видео. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока!